я в ней умышленно. Как друг без друга прожить у меня? Капка, ты самый опасный. Опа-на. России много чего должны. Вот. Это, говорит, тот же самый антивирус. Только, говорит, это антивирус, блядь, говорит, он вообще там, говорит, пиздец. Ёб есть твою нахуй. Мать. Ебать. Блять! Твою мать, блядь! Приходите, ощутите, каким должен быть по-настоящему европейский магазин женской одежды. Новороссийск. Торговый центр. Первый этаж. Бутик Мира Сезар. Thank you.
Ух ты! Ни хрена себе! Ух ты, блин, а? Обалдеть! А тихо, тормози. Что-то попало. Что-то попало. У вас мини 21. Какой ужас. Мы сделали еще одно, но тоже не по действию. Потом уже делать было нельзя. Короче, тут нарезали без анестезии, потом зашивали без анестезии, потом я потерял сознание. Он говорит, никогда в жизни больше не буду рожать. И я... Ух ты, блядь! Стоять нахуй! Ебать, колотить нахуй. Ух ты, ебать! Мужики вытекаются, приглашаются. Ох ты, ёб твою мать! Вернитя. Красиво. Красиво. И что тут? Нет, агент, вы меня не поняли. Thank you.
Быстро, парень. Кто наладил звук? Может предсказать результат футбольного матча. И каждый вечер он мечтает о жизни в стеклянном небоскребе с видом на живописную. А, блядь! Слыши. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот, пиздец, смотри. Ёб твою. Вот, собрал. Да. Тормозим, блядь, нихуя! Тормозим, ребят, фура перевернулась. Просложила малого.